Коллективу «Серпантин». Дорогие друзья, мы не должны забывать о многовековой истории, о трудном пути России к утверждению своей державности. Независимость России – это не только заслуга наших предков, но и современная летопись отважных земляков. И каждый из нас, начиная с раннего детства, уже становится этой великой летописью. Счастливый человек, он обязательно патриот. Потому что счастье каждого человека зависит от судьбы всей страны. Не забывайте об этом. И искренне поздравляем вас с Днем России. И в этот день обращаемся ко всем россиянам. Будьте счастливы и удачливы. Никогда не теряйте присутствие духа. А высокое чувство патриотизма поможет нам выстоять во всех жизненных неудачах. И пусть каждый день будет прожит вами счастье.